Красота жертв не требует. Именно терпение и удачи и кубок твой. Это реальная история Междреченки, которая менее года в профессии парикмахера, а уже взяла гран-при престижного конкурса. Екатерина Селиверстова познакомилась с мастером. В Кемерове прошел чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису «Сибирская звезда» 2019. Соревновались 54 участника со всей области. Междреченск представила Ольга Коршикова. То есть мы к этому готовились, мы дефилировали, ходили, в общем, вели активную подготовку на протяжении не одного месяца. Это была сложная работа, но мы ее сделали. Междуреченск я представляла одна. Изначально команда, которая должна была поехать, не собралась. Все испугались ответственности, прочитав регламент мероприятия. Я ничего не испугалась, сказала, я поеду. Я заберу то, что должно быть в Междуреченске. За всех. Девушка по образованию юрист, однако свое место нашла именно в парикмахерском искусстве. Увлеклась еще в январе, но уже успела взять 3 первых места и кубок гран-при. Было здорово. Это, конечно, серьезное испытание для мастера, для выпускника. Это надо отбросить все эмоции, качественно выполнить свою работу. То есть такая моральная подготовка, потому как это закаляет. И ты уже более уверенно потом в своей работе работаешь с человеком. Это бесценный опыт. Следующий шаг – чемпионат России «Невские берега», который пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 23 ноября. Желаем Ольге успехов и отличного выступления. Екатерина Селиверстова, Сергей Рёмин. Новости. Мой Междуреченск.